Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем снимать Германия против Англии. Мы как раз сейчас воюем, ребят. И вот. Не знаю, как называется. Может, наверное, Германия против Англии. И сейчас мы воюем как раз. О, видите, даже немцы погибают. А мы как раз сейчас. За немца одного. О, видите, один бесит. Эти снимки. Это нас, немецкие солдаты, выпигают, где сейчас атак. Блин, я сейчас хожу по чьей-то Англии. Есть. Меня убили, я даже выстрелить не успел. Ужасные русские едят зверей. В британской прессе пора открывать новую рубрику «Страшный солдат», журналист издания Daily Mail. Не останавливай свои фантазии, на этот раз все поставил животным. Бесы, ребят. Блин, остался. Маловидно. Кто играл еще, когда? Видите, вот тут даже солдаты бесы. Одно диво упало там. Что это был? Это говорят любители салфетки. В Европе, как известно, сейчас вообще не принято поддерживать Россию. Если кто-то высказывает альтернативное мнение, то тут же начинается расследование. Под картон с немецкой операции попал рэпер Дмитрий Кинг. Кто победил, непонятно, ребят. Честно, вот немцы умело очень много. Честно, а что это за колк? Да нет! Реклама сейчас, не твое время. Отстань сейчас, не твое время, реклама. Ой. Пока, мне такое не нужно. Уже напрямую призывал меня найти, сбить, бить и так далее. И мой адрес летал... Такое мне нужно. Давайте бесычи, солдаты, чтобы бы мало нас их погибло. Так называемое одобрение военных преступлений. Есть конкретно пост... Не поймай еще мысль. Не поймаешь? Пап, не поймаешь? Блин, я так и повез. Как... Французским солдатам необходимы особые условия. Контингент НАТО, который в Румынии оказывается, ой-ой-ой, как слабо. Я погиб, ребят. А ты чего видели такую кнопку? Нигде человек. А вот. А который я, да, с человечком. Нажимайте его. Проблема
Хо, вы видите тот сыр. Извините, слагание, ребята. Нет, меня тоже. Хоть синие. Не, не, не. Вот спросите, почему я на это не на... Серьезно? Вы серьезно стоите? Так быстро? А, да. Блин, да отстань, клама. Твое дело. Это 19-14 год. Ну что ж такое? Ладно, ребят. Сейчас будем играть тук. Сейчас не вот мы тоже садимся видеть тут советские немцы и СССР. У нас план взять заложники весь Советский Союз. Не, ну конечно, я просто думаю, что это не ах, вы дебилы на моего босса. Явите все. Ну что, мы сапочили. Яволь! Ауф, ауф, ауф!
Ведь туда один солдат. Ну, конечно, эти бои. Видите, вот тут и сцелы. И мы сюда не будем нападать сейчас, вы узнаете потом. То есть мы у Исдосана и вот сейчас. Дай беги. Ну, конечно, на площадь, но там будет все с тобой. По-любому. А чё тут один? Zu Befehl! Erschießen! Tschüss, Herr. Zu Befehl! Auf, auf, auf! Zu Befehl! Мы сейчас находимся на массалах для постачи 2. Это я могу сказать. Zu Befehl! Auf, auf, auf! Во, я с вами говорил, ребят.
Вы дебилы! Не выстрелил. Было написано в 1942 году, прочитал доброволец, начальник медицинской службы Антон Троскот в рамках проекта «Классика» и мы, Министерство культуры и Первого канала. Сейчас новости. Двух десятков снарядов из тяжелого вооружения вылетели за несколько часов украинские националисты по Горловке и Донецку. Да. Большая часть боеприпасов упала в Ленинском районе. Погиб мужчина, еще два мирных жителя получили ранения. Повреждена жилая многоэтажка. А в пригороде Херсона из американской системы залпового огня «Хаймарс» боевики попытались обстрелять поселок Камышаны. Все ракеты были перехвачены системой ПВО. Между тем, в Херсонской области задержали группу диверсантов, которые готовили теракт в отношении высокопоставленных сотрудников администрации региона. Как рассказали в ФСБ, это 9 граждан Украины, курировали их в СБУ. Часть злоумышленников в результате крупной спецоперации... Ха, это немцы у нас, ребят. Отвык отечественная война против, ребят. Электродетонаторы, 3 готовых к применению самодельные бомбы, пульт от взрывного устройства, гранаты, оружие и боеприпасы, а также специальные средства разведки. Также был обнаружен и обезврежен заминированный автомобиль, с помощью которого диверсанты планировали совершить покушение. Вот эти. На полигонах Минобороны продолжается... А это у нас, ребят, советские. На Ставрополе бойцы отработали штурм позиции противника. Сейчас поверим, как они будут. Такая... У них должны быть классные, очень, ребятки, с автоматами, ну или с классными. Трудите-ка, я ничего не понял. Здесь моя задача главная, вспомнить. Ребята, я не понимаю, кто из СССР. Это стоит. Но они сами похожи на немцев. В будущем в рамках частичной мобилизации будет ли денежное довольствие облагаться налогом и как бойцы могут передать эти деньги семьям? На эти и другие вопросы подробно ответили в нашем Минобороны. Ответив, что в этом месяце средства будут перечисляться досрочно, начиная с сегодняшнего дня. Обо всем по порядку в материале Анатолия Лазарева. Кого видите? Немцы. Просто уездосы. Снайпер должен попасть. Еще убили. Детей добавим. Годичика. Айфон. Это явно не понятно. Слава богу. Как отправить деньги семье, разъяснили в Министерстве обороны. Минимальная сумма, которую будет получать военнослужащим, призванный в рамках частичной мобилизации, составит 195 тысяч рублей. Эта сумма состоит из ежемесячной социальной выплаты и денежного довольствия военнослужащего, который в первую очередь зависит от оклада по воинской должности, занимаемого военнослужащим, оклада по воинскому званию и выслуги лет. Итак, 195 тысяч – это минимум, положенный рядовому. Командир взвода, к примеру, будет получать около 225 тысяч рублей, а командир батальона – 243 тысячи. Круто, ребят, да? Я даже не знаю, сколько видео идет у вас, ребят. Будет рассчитан по прослуженному сроку. Минобороны заявляют, что все документы подготовлены, выплаты сформированы. В этом месяце денежное содержание начнут выплачивать досрочно. Не с 10, а с 8 ноября, то есть сегодня. В
важный вопрос, актуальный для многих мобилизованных. Как отправить эти деньги семье? По желанию военнослужащего, денежное довольствие может быть перечислено его родственникам. Для этого военнослужащим необходимо оформить доверенность. Кроме того, существует возможность оформить дополнительную банковскую карту, привязанную к тому же расчетному счету, который ранее представил военнослужащий. Но это решение военнослужащий принимает самостоятельно и сам оформляет дополнительную банковскую карту. Будут ли брать налоги с денежного довольствия? Да, будут, но не со всей суммы. Ведь социальная выплата установлена. Видишь, как крепко погибло. Вот кто с пулемет стреляет. Увидите. Вот только что. Я честно опять. А в него выстрелило. Вот тут одна пушка погибла, ребят. Ладно, палавка пьячник. Выше необлагаемых 158. Значит, лейтенант заплатит 13% только с 68. Минобороны также пояснило, что указано... А, ну, я дам небольшую сейчас защиту. Вот тут можно добавить таких слабеньких, я думаю. А вот тут автомата. Дальше все они будут каждый месяц получать денежное довольствие со всеми добавками, положенными по званию и... Все вопросы, которые возникают у мобилизованных и их родственников, можно задавать специалистам полку. Посмотрите, даже танк загорелся. Вы видели? Ладно, печи их укрепим. Такое мнение выразила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она сегодня выступила в Государственной Думе, рассказала об основных направлениях кредитно-денежной политики. В целом, отметила Набиуллина, российская банковская система сохраняет запас прочности и потенциал для кредитования. Вкусное число. Бабах! Сдался бабах, много погибло сейчас. И тут очень много погибает. Ну, они почти что победили. То есть у нас возрастает доля экспортной выручки, получаемой в национальных валютах, в том числе и в рублях, но и в юанях. Давай, надежда еще на... Один солдат и одна пушка, один снайпер и одна пушка. Показывает такой процесс тоже трансформации валютной структуры в нашей экономике. О совершенствовании инфраструктуры морского и речного транспорта в России сегодня премьер Михаил Мишков. Пускай я не сильнее снайпила, но поэтому вот. Ладно, чуть-чуть их сейчас укрепим. Добавим два пименника. Я сказал чуть-чуть. Укрепим, поэтому... Вот так мы будем спросить. Ну, да, будет еще какой-то. Президент посещал Калининградскую область, дал целый ряд поручений. Калининградская область столкнулась с запретом на транзит целого ряда грузов, товаров. И в связи с этим стоит очень важная задача обеспечить бесперебойное снабжение нашего региона всеми видами транспорта. Хотел бы здесь спросить, как идет эта работа по линии вашего агентства? Грузы, которые хотят доставить в область, вот. Сейчас, вот почему всегда снайпер башит, стоит? Он точно не победит, я спросил. Мы поставили существующим паромам в марте этого года новые, совершенно только что построенные, инновационный 200-метровый паром. А что будет, если мы им добавим одного человека с ракетой? Был поднят государственный флаг. И он сейчас работает. Безусловно, все суда подстрелены, Калининградская область создана. Я от него отделаю. Он координирует эту работу. Прошу на личном контроле держать ситуацию.
Задеями защиты помогают. Мало. Поэтому мы добавляем еще две. Вот таких. Демократия умирает на самых честных и свободных выборах. Судя по опросам, Байден и демократы лишатся контроля как минимум над нижней палатой Конгресса, тогда вторая половина президентского срока Байдена станет битвой за выживание. В Америке рекордная за 40 лет инфляция, безработица, заложенная. При этом бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп был куда более красноречив и даже очень прозрачно намекнул на свои президентские планы. Демократы победят. Будет сложно, но я думаю, мы выиграем в Сенате. В палате представителей будет сложнее. Что вы думаете ждет вас, если Конгресс станет республиканским? Что я думаю, что? Новая реальность. Как вам будет в Вашингтоне? Труднее. Труднее для всего мира. А что насчет Украины? Эти выборы для спасения страны. Я собираюсь сделать... Как они побеждают в виде? Сначала победи синие, потом классные, потом синие, потом классные. И синие, и синие, и синие, и синие, и синие. Что такое-то? Вот это Обитаю. Выбирают свою профессию с помощью федеральной программы «Билет в будущее». Она реализуется по поручению президента в рамках нацпроекта образования. Под руководством опытных наставников книги проходят тесты и могут попробовать себя в самых разных специальностях. А те, кто уже принял участие в масштабном проекте, расскажут о нем. Они очень быстро как богини. Вот этот пулемётик стоял. Уху, танк! Баги! Печищение. Печищение поит.